Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Crosstrek. Ремонт переда. Итак, я немного разобрал. Для ремонта владелец должен вытащить двигатель, но левый лонжерон будет этому мешать. Мне надо его немного вытянуть. Лонжерон немного вытянул. Теперь удаляю мятый телевизор. Через несколько дней владелец снял двигатель. Устанавливаю машину на стапель и буду вытягивать лонжероны. Вытягивать начну с правого лонжерона. На сей момент все, вернусь к нему позже. Теперь вытягиваю и равняю левый лонжерон. Для того, чтобы выпрямить этот залом, мне нужно удалить эту часть и часть лонжерона.
Продолжаю тянуть и равнять. Место залома надо греть, иначе он порвется. Чудненько. Перевариваю все детальки левой стороны обратно. Левый лонжерон сделан. Теперь правый лонжерон. Правый лонжерон вытянул и отравнял. Свариваю. Лонжероны сделаны. Теперь проверяю телевизор. Есть небольшая проблема. Исправляю ее.
Телевизор на своем месте привариваю. Сварочные работы закончены. Крашу лонжероны и телевизор. И после этого заливаю антикором. Ну а теперь устанавливаю детальки переда. Без фар этот зазор не ставится, а фар нет. Моя работа закончена. На эту работу ушло 32 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!